Спасибо большое за подарочек. Пошел. Оп. Пофлексили. Спасибо. Друзья, всем привет. Меня зовут СПТ. Вы на канале Не Спит. У нас сегодня 15 января, 3 часа ночи. И, как всегда, обновление магазина, друзья, рубрика «Чё почём». Прожимайте лайкос. Погнали смотреть. Ребят, вчерашний магазин явно нас порадовал. Ну, меня так точно. Классные скинчики подзакинули. Посмотрим, что сегодня. Что-то как будто пару секунд до обновления обновилось, не? Есть. Обновилось. Поднимаем срамы вверх. И у нас здесь Marvel. Остался Marvel. Это было. Не закинули, к сожалению, Кирку и Дельт. Очень много комментов. Я читал сегодня на Ютубе, где Кирка, где Дельтаплан. И в телеге, кстати, тоже много ребят писали, что хотели Дельтик с этим, с Пиковым Тузом. И хотели Кирочку. Кирка у него там супер знатная палка такая кайфучая. Так, это все было. Этого не было сегодня, но было не столь давно. Это у нас стрела за полторашку со стилем, шлемом без шлема, с бэкпэком, не супер большим, но и не маленьким, и готовым лего стилем, в отличие от многих скинов. Это помидорка, который мне не нравится, тысячу раз об этом говорил. И, собственно, лего стиль с огромным бэкпэком и стиль за задание. Стиль вот так выглядит. Сомнительный. Дальше это Мара. Мару люди любят. Против Мары ничего особо плохого сказать не могу. Три стиля. Скоро же этот у нас. Когда у нас? В апреле? Или когда? Патрика. Он в апреле. Могу ошибаться. Ладно, что-то я вспомнил. Увидел стиль, вспомнил. Вот она, собственно, Мара. И крылья. Крылья тоже со стилями. Неплохая. Дальше это круговой флосс. И старая школа. Пойдет, две неплохие эмоции. Опускаемся ниже, здесь у нас скины, которые вчера были вместе с эмоциями, которые были. Брут тоже все это было. А вот этого вчера не было. Это деваха, которая у нас символизируется, по-моему, Unreal Engine 5, если не ошибаюсь, нам презентовали на этой деваха. Лего стиль. Ну, наверное, от нее, да? Наверное, нормальный. Как будто бы нормальный лего стиль. Да? Ну, вроде как и ничего. Сама деваха прикольная, играбельная, хороший скин за 800. Дальше это артерия. У нее, ну, чисто такая. Первый стиль, наверное, да, поприкольнее. И второй ничего, похоже на... Забыл, как называется. Из Марвела деваха. На нее похоже. Вдова, да? Лего стиль полностью не сделаны. Бэкпэк неплохой. Поаккуратнее, чем у стрелы. Дальше это охотница. У охотницы классные кирчики в комплекте. За штуку 400 кирки достаются из бэкпэка, если что. Топчик. И сама деваха. Такая в хэллоуинскую тематику, я бы сказал, неплохая. И типчик аркада. Штука 200. А у него была такая панама? Это чисто шапочка для тех, кто говорит, что завтра Трэвис Скотт выйдет, ребята. Это вот для них шапочка из фольги. Неплохой. Ничего так, скинчик. Лего стиль не готовы. Угу, бэкпэк тоже такой себе. Штука 200. Окей. Пусто, пусто, пусто. Это все музыка, которая была. Викинг, само собой. Викинг сказал викинг. Фестивальная движуха. Две тачки и пак. Ну, а, еще и ММчик остался, да? Окей, и он остался. Ну, хорошо, потому что люди писали в комменты, что вот рады возвращению легенде. Ну, блин, по тому, что сегодня добавили, конечно, скудненько. Вчера закинули лучше. То есть сегодня, по факту, что у нас? Вот эта строка? И вот эта строка, да? Ну, такое себе, такое себе. Ладно. Друзья, не забывайте подписываться на канал, писать свои комментарии, лайкосы. И до встречи завтра. Пока.